Закончился матч Деспирадос Невский со счетом 4-2. Победу одержали отчаянные. С нами в студии Андрей Мельников и Николай Мазепин. Николай, после первого тайма складывался хороший счет 3-0. Что случилось в тайме во втором? Ничего не случилось. Ребятам нужно было отыгрываться. Что они делали, собственно говоря, успешно. Был переломный такой моменте, когда вот мы как раз момент свой не реализовали. И, можно сказать, в ответ на атаке нам забивают гол. И счет оказывается не 4-1, а 3-2, собственно говоря. Ну и пошли небольшие нервы. Ну вот, ну, после того, как забили четвертый, уже все успокоилось. Довольно неудачный старт для вашей команды, но сегодня были какие-то продвижения в игре? Да, старт не то, что неудачный, старт вообще, в принципе, не сложился. Но сегодня, слава богу, спасибо ребятам, собрались на игру, собрались и в раздевалке. Все вышли заряженные. Ну, надо, я думаю, ребята нас поблагодарят, как минимум, как максимум должны проставиться. Я думаю, первые три мяча мы просто подарили, забивая «не хочу», там, привозные такие. Но потом, в принципе, взяли себя в руки, показали, что можем, в принципе, играть. Во втором тайме зажали практически на своей половине, ребята там особо ничего не создали, но забили четвертый мяч, я считаю, тоже такой на дурачка довольно-таки привозной. Вот, поэтому, ну, мы сами, по сути, в этой игре упустили свою победу. Я считаю, что мы были как минимум не хуже и, ну, по крайней мере, там должны были там третье забивать и хотя бы сводить ничью. Ну, как-то так. Множество забитых мячей, довольно мало пропущенных. Близка ли игра Деспирадос к идеальной для данного состава? Нет предела совершенству. Деспирадос сейчас играет хорошо. Можем играть еще лучше. Что касаемо слов оппонента, хочу немножко сделать небольшую ремарку, то что футбол – это игра ошибок, и выигрывает тот, кто наказывает за эти ошибки. Все просто. Спасибо.